Выхожу в эфир мультичат к лорду. Почему у меня не высвечивается, что я в эфире? Все, отлично. Вот так вот мне больше нравится, когда... Оп! Немножко объёмчик. Только вкусный, конечно, волос. Про чей цвет говорите? Так лучше? Давайте спою. У нас будет сейчас саундчек, называется. Знаете, что такое саундчек? Фух, давайте, отойду. Темновато, но ничего, я потом подниму.
Если спит, то и не парится. Я даже не знаю. Я правда думала, может, свои спеть и не париться. Ну, в том плане, что она у меня уже впетая, прям впетая. Привет, хорошо, я к конкурсу готовлюсь. У Лорда сегодня будет мультичат вокальный. Вот, вокальный конкурс. Вот вас только. 22:50 по московскому времени. Ссылочка на Лорда у меня в профиле. Подписывайтесь на него и не теряйте, чтобы пришло уведомление о том, что конкурс начался, потому что я пою вторая. Меня позови, я не знаю, что там за Лорд. А как я тебя позову? Ты как будто шепелявишь. Шепелявлю? Звук искажается. Слушайте, слышите? Слушайте. А если я правда свои спою? Поделиться эфиром? Это вот сейчас, секунду, посмотрю, как поделиться эфиром. Поделиться. Вот тут написано. И... А как им делиться? Оксана, ё-моё, я не слышу, чтоб ты что-то вообще писала. Я с кем разговариваю? Алло. У тебя цепочка серебро. Одень её. Я не буду её одевать, потому что я не помню. Ну, в смысле, она сюда не очень будет. И так сережки длинненькие. Включай свои песни. Я говорю, может быть, лучше спеть свей и все, и не париться. Уже 2 недели прошло, как я его спела. Да как я ее подниму? Да. Меня слышно? Да, хорошо слышно. Ну, я убрала бы волосы однозначно назад, потому что они тебе прикрывают всю красоту впереди, которую ты делаешь. Угу. Второе. Песню как чувствуешь делать, потому что если ты чувствуешь, что